друзья, с вами видеоканал о рыбалке Dislike Fishing. Сегодня хотел вам представить свой якорь для лодки, в общем, который сделан своими руками. В общем, как мы видим, вот такой вот самодельный якорь. Якорь весит 3 килограмма 600 грамм. Он способен на течении удерживать лодку достаточно хорошо, при том условии, что лодка это ПВХ длиной 3 метра в длину. Давайте более подробно приступим к обзору якоря. Как мы видим, якорь сделан из такой вот болваночки диаметром где-то 32 миллиметра. В общем, сюда вкручено кольцо с обычного, взято с обычного электрического двигателя. Вырезано с куска железа, а вернее, эта вот часть вырезана из трубы диаметром где-то 12 миллиметров. Для того, чтобы якорь был тяжелее, я добавил сюда вот таких вот два диска с гантели. В общем, якорь прекрасно держит лодочку на течении. При том условии, что длина веревки где-то составляет 20 метров. В общем, якорь оснащен вот такой вот системой отцепа. Как мы видим, это сделана скоба с обычной нержавеющей проволоки. При зацепе якоря за корчагу или за камень, в общем, при натяжении, центр тяжести перемещается на другой конец якоря. Вот, смотрите, раз, и она отцепляется. И мы берем уже, тащим якорь за другой конец, если он зацепился. В общем, такая достаточно простая система. Для того, чтобы отсоединять веревку, якорь оснащен вот таким вот карабинчиком. Самым обычным скалолазным карабином. В общем, вот так вот он быстренько зацепляется. Сюда вот так вот вставляется моя скоба. Скоба сделана из тонкой нержавеющей проволоки, дабы она не ржавела. В общем, не один раз эта скоба меня уже выручала. Спасала мой якорь от зацепа. Еще хочу заметить немаловажный фактор того, что якорь, так сказать, не может проколоть лодку, так как его все края зашлифованы и они очень гладенькие, что не дает повреждать ткань ПВХ. Это очень хороший момент в этом якоре. Еще якорь не сильно тяжелый, его очень легко вытаскивать с воды и перемещаться с места на место. Так что, кому был полезен мой обзор, ставим лайки, подписываемся на канал. С вами был видеоканал о рыбалке Dislike Fishing.